Может, 2-4 пойдем, хрен с ним. Да, пойдем, а там посмотрим, кто на кого зайдет. Пока 4 тогда и хильте. Ставьте шкаф, заходите, там он реально заходи, сумоним и поедем. Лопи шкаф поставьте, пожалуйста, в рейде кто. Уже. Квест сегодня на великана. А, великан. Дима, подожди, пока не сумонь меня, я сейчас с инвентарем разберусь. Это, Равист, поставь там, чтобы ты кнопку нажимал, и тогда звук шел уже, а не активацию. Так. Тыкайте на эту хуйню на сумон. Кто-то очень тихо говорит. Сум, пожалуйста, ребята. Короче, маг, АФК, Акиса, сумон не принимает. Вроде здесь. Вот маг прогрузился. Акиса не принимает сумон. Тоже, наверное, отошел. Киса, Транс, будет еще тела? Будет попозже, наверное. Протопал. Принимай сумон. Ты протопал. Квест возьмите там. Все, пошли. Ловушек нет уже. Хорошо.
так и не начавшись. Ну нахуй, пожалуйста. Да нет, ты чё, я подобрал. Чё у тебя там, биг дэмэдж? Так, где-то рыба была там. Я не знаю. Ражник у тебя есть? Ты в ГБ закинул. Он мне сегодня там стекло. Даже в курточке набрал. Ладно, ставим стекло. Big damage. Видишь, что не было. А, надо мутануть, а? Big damage. Так, банки пейте, масло мажьте. Там банка будет. Кузнец, ты можешь почту поставить на секунду? Да, и этого лутера рарник на войда. Смотрим сейчас, как и ПГП работает. Не могу. Алло, может тебе это релогнуться? Давай релогнусь, сейчас. А то я это... Назначь помощник, танк, наводчик, исключить отмену. Ну, я понял, сейчас посмотрим, может поможет. Там на этом боссе все очень просто, там шипи бейте и от луж отбегайте и все. Типа, если слева-справа РДД не будет, то лужа будет жопу через рейд идти. Просто отбегать имейте в виду надо будет. Ну-ка, сейчас сдается. Так. Да. Все, лидер. А я лутер. Сейчас я поставлю, посмотрю, как эта хуйня работает через ИПГП, вот мастер. Все, проверка и будем гулять. Так, что там надо? Выпить надо. Зукля, сейчас тебя еще раз возьму. Где ты там? Бля, только теперь ребакните опять, пожалуйста, у меня все слетело. Да, у меня тоже сейчас перебавка. Ну нахрена они вообще такое сделали, блядь? Чё сделали? Ну когда пати покидаешь, что у тебя все бафы пропадают. Ну типа, это да. на классическом сервере это не должно работать. Еще раз проверка. Я, короче, на кота буду стерею кидать, Big Damage, если чё. Рависта написал. Ты тут готов? И Big Damage. Ты тут? Ты тут МП5. Палов раз, два, три, четыре, пять штук. Синтек. Слуш, выходим. Синтек. Синтек, шея упала, геровская. Синтека нету. А мы в 24 пойдем? Да, пока что. Синтек только что написал, что он АФК отошел на пару минут. Идем. Чё, блядь? Пошёл. Синтек, ты тут? Нет? Он написал, ему нужно отойти на пару минут. Может, подошел уже? Да мне кажется, он бы написал сразу. А у кого из вас ДД спекта есть? Или Адри, или Биг Дэмэдж? Есть. Есть у кого? Ретрика? Ну вот я же сказал, сразу же написал.
У меня у ДК нет ничего здесь, типа, только танк, все. А, ты танк. Пока босса не спорили, я могу на вара зайти, не разница. Ну, давай, наверное, потому что это... Раз спеков нету, что мы все боссы в три танка пойдем. У меня нету, упала нету. Синтек, принимай готовность, что ты сидишь. Ставьте туда шкаф сразу же. Ставьте. Ну сейчас что, ребро леди можно в три танка, а это дальше уже в два. Вообще, по-моему, ребро даже в два уже танчит. Вот ходила с пугами на той неделе, мы два танка убивали ребро. Да, так-то можно, если хорошо одеты. То есть получается, что я с этим. В два ДК мы танчим. Что, пришел тебе смог? Что, пристабав еще раз? Вар здесь. Каску. Каску еще паладин. Рыбу, понимаешь? И в танка еще спекнуть. Так. Не помню, давал я вам макрос или нет. Ну давай так, на счет три. Раз, два, три. Короче, траили сейчас леди 25 гер. У меня, блядь, 7 кадров. Я вообще в ахуе. Ничего не могу прокастовать, блядь. Задержка пиздец. А что, есть разница вообще? 25 обычки, что ли? Не, ну вот слушай дальше. Значит, я такой думаю, блядь, кто-то говорил, типа рекаунт кадры режет. Попробовал, выключил рекаунт и уду, блядь. 35 кадров, нахуй. Хоть кастовать стал, блядь, нормально. Ну потом Вуду включил, вроде как Вуду не ест кадры. Но рекаунт боюсь включать, сейчас с выключенным рекаунтом. Ну, честно, единственный дом, с которым сталкивался, который очень много жрал, это, блядь, Details, но по остальные все нормально. Ну так Details с рекаунтом, они недалеко друг от друга ушли. Пиздец, а параша. Сейчас 25-ки, вот сейчас с этими, с фазерами, там, то они говорят, фазер, да, или как называется? Не, с Гринхиллом я. Тоже дальневосточная, но не Godfather. В Godfather я как-то был давно. Небольшой промежуток времени. Там не стойте в лужах. Вот маг, допустим, вот сейчас отвалишься, вот Акиса отвалился. Вы смотрите вообще, вот в этих лужах нельзя стоять. Из них надо выбегать, там, если что, смотрите на свой ХП. У хилов тем более хилерский аддон же есть. Вот Вадикот залей по Акиси ману. Рави спай на вену, дай. Тотем сразу ставь. Типа нас поебало все получает. Я прям так и хочу шаве нажать, блять, как больно. Отходите просто заранее там, блять, показывается, что это хуйня. Как она называется, блять. Ну, предлужная такая параша, свечение такое, блять. Вот видите, как... И в бесов пошло, видите? Ну там в ханта. Если вы выбегать не будете, за вас никто не выбежит. Это самое главное.
Сейчас у нас чарженится босс. К спине. Не спешите подходить к спине, там лужа может быть. Если что, сразу отходить от лужи. Кстати, где-то на воврейдере как-то открыл тактику ребра, короче. Там, по-моему, танки стояли вот, ну, вот так вот за этим. За кружком, за красным. И типа лужи в них еще кидались. Это прикольно было. А рейд вообще весь чилил, стоял чисто вот в красном кружке. Мистерию, пожалуйста. О, дал. У тебя что там, Талмивен на истерию? Нет, она с Берсой идеально кадышится. Ага. Коту, наверное, самое заебись. Там это самое... Линканете потом ДПС, кто сколько давал. С ребра. Ну, с рука можно, еще можно с тухлого, с гнилого. С лича можно. С боссов четырех там. С рука, тухлого, гнилого. Можно еще профа, лану, синдру. Так, давай посмотрим, что у нас тут есть. О, тапки хорошие. Хуйню всю закрою. Так. Хотя, наверное, у нас есть рейд, хоть тапка. Вот у кого есть EPG Pulot Master, должна появиться хуйня сейчас. Появилась табличка? Да. Вот. Не установлены, значит, аддоны у ДК, Nostrix, Syntec, так, Леодрин. Равист отключил. Так, Зуми, Равист, Пельмешань, Вихторка, Зукля, Сидикака, Мак. У остальных установлено. Это ты про EPGP, Лутмастер или про что? Да, да. Вот кольцо, допустим, вот это, меткость крит СПДшная, кому надо оно вообще? Могу пока трэш включить, если надо. Он просто ресурсы жрет мерзко очень. Лутмастер прям? Ну, да, у меня от него дико кадры просаживаются. Угу, странно. Я поэтому всегда выключаю этот аддон. Не знаю, у меня все включено, и сейчас ничего нормально. Кроме зуми никому не надо эту хуйню. Кольцо? Я бы тапки взял. Так, зуми тебе закинул. Дальше пояс, кстати, охуенный. Ну так как аддона нет, то кидайте ролл, чтобы я видел, кому надо этот пояс. Так, какие у нас там цены, то я забыл. 200, да? Угу. Так, Вихторка. Таких высот, о которых вы не в силах даже помыслить. И тапки. Тапки кому надо? Так, Равист и Малицист. Вот что с вами делать? Как вы думаете? По консулу я коту отдам. Ну да, я отдай коту. У меня есть там это кольчужное, если я брал с РСки. Они, в принципе, по статам почти такие же. Угу. Все, закинул. А что вы там подохли? Это вставайте, портуйтесь. Там помощник сорвался. Там у вас сколько танков? Протопал. Вар есть. Остальных два агрит, я помощника сейчас в бок грипану. РДД, бейте помощника.
скинул рабочий ЕПГП мастеру. Симпек. Кому не трудно, после леди, пока мы будем трэш бить до великана, у кого ЕПГП мастера нет, скачайте, поставьте. Посмотрите, как работает. Там очень удобно. Там кнопочку нажимаете, за сколько процентов ЕГП вы хотите собирать. За 100, за 50, за 10. Я просто смотрю, кто еще нажал, и все. Уже смотрим. Если какие-то вопросы есть, там, у кого мейн, не мейн спек, я спрошу у вас. Очереди на ШМ. Ну, рарник, у него сколько осколков там? Если да, кости... да, я понял по прошлому целка, что рарник идет. Вот я поэтому вопрос ты задал, блядь. Как вообще очередь это делать, блядь? И... Ну, очередь. У тебя квесты сделаны? У меня 1000 душ сейчас вот в этом рейде уже будет готово. Это надо еще квесты делать. Квесты, а? Типа, я сделаю, блядь, на следующем КД. Проплачу, блядь, квесты заодно, когда я сделаю все, и все. Ну, понятно. Значит, слева, где звезда, молицист, танчишь. Значит, ближний к леди и центральный, я с лестницы и крайнего к лестнице. Справа, где кружок, Леадри танчишь. Так, теперь... А что вы вставайте, что вы лежите? А по напулам. По напулам первая третья бьют слева. Вторая четвертая справа. Ну, анреальный и топа можете сразу напуливать вдвоем Навара. Два его моба. Ближний к леди и центральный. А я своих сам ЛПшками наберу агро. Титикака тут? Да. Давай, заходи, портуйся сюда. Ставьте рыбу, раз вы там вздыхали. Бафы можно? Юми, заходишь? Да, я перезаходил, чтобы лут мастер заработал. Да после леди бы уже поставили. Все, после леди, кто не успел поставить, еще установите. Так, пристабаф на тебе есть, вроде пуляйте тут без отчета. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой! Сразу трэш выходит. Все, босса бьем. Да, даю истерию, сейчас подбегу. Контрольте. Я буду у котов такие цифры, это я понимаю. Трэш 10 секунд, готовимся. Напуливаем трэш.
как заебись, когда не лагаешь. Кстати, осколка не было серебра? Ну да, ты бы сказал. Ты что-то... Контрольте. Трэш 5 секунд. Последний будет трэш. Так, бьем трэш. Давайте Геру и фул по боссу. На пулы первые на Войда. Один раз. И потом уже когда стаунтит другой танк. Провис, Треса и Зуклю. Пускай побьет еще. И пока агра до хуя, там еще не догнали пацаны, так что пока постою под 500. Давай, забирай Лиатри. Ага. Вот на него сейчас напылу сдайте один раз. Spirits. Spirits. С 2 секунды и заберу. Spirits. Так, ну дух, это параша полная, да? Кто у нас распыляет? У кого распыл есть? С кристаллов потом масло делать. Так, рарник, давайте я закидывать буду на распыл. Сейчас таблички эти закрою. Там аддон поставьте. Выплут мастер. Все, посмотрю, сколько там людей. Так, плечи. Раз, два, три. Семь человек без аддона. А что это за фигня вылезла? Ну, вот это и есть, это аддон. Там видишь проценты? 100, 50, 10 процентов. И чё жмёк? Что это за безначальник? Ну, на шмотку наведи, она тебе нужна вообще, нет? Нет. Ну вот, тогда распыл там или чё нажми. Не нужна, пас. Да, пас ещё есть. Так, а куда аддон скинули? Где он найти его? Там 15 секунд, чтобы нажать кнопку. Поэтому синтеку помощника. Тебе синтек надо? Вон, это? Вон в общем канале. Я говорю, синтеку помощника, да? Сейчас. Синтек, тебе надо эта хуйня? Скажи, пожалуйста, в аддоне, в настройках, надо что-то нажимать? Не, ничего не надо нажимать. Просто а я уже все вижу, да, появляется хуйня. Можете 10% за 10% забрать. Ну это параша на распыл, стопудово никому не надо. А вот этих тоже давайте быть. Да, да, их тоже бьем. Вместе с драконом. Не бьемте дракон. Блин, осколок опять не упал, ё-моё. Где аддон скачать-то?
Там где-то... Ребята, я не в танке, заберите с меня босса, пожалуйста. Во флудилке вон скинуто. А танк вылетел. Танк вышел. Танчи, так что. Дракона, я думаю, не убьет. Че, много хп этому дракону? Портал не могу нажать. Лям. Полтора. Че, великана ебанем? Лям. Не бегите вперед сейчас. Там придет. Там еще дракон сейчас будет. Все, поехали. А точно никому не нужен это? Лук. Блин, а шарните квест, где его брать надо было? В начале самом. Блин, я его взял квест. Он не шарится. Ну, вроде не шарится. У меня почему-то не шарится, сбегай, возьми. Он не шарится, его надо брать только. На первом этаже. Квест за портал на первом. Лево от портала, короче, как выходишь с портала. Ага, ну в бою у нас тут это не убитый пара мобов. Дракон. А, сейчас он забьется. Да не надо, уже убили сейчас. Я без квеста получается. Без какого квеста? А, это дракона убили. Дракона, дракона. Квест на великана. Великан там бить, там лям этот. Он жирный. А ты его не делал, что ли, квест этот? Да я забыл, нет. Вот на сервисе сколько я играю, первый раз на великанах квест. Просто на церкле он здесь, прям возле портала стоит. Да. На черепной вал приходишь, сразу прям возле портала стоит. Ну а чё этот? Кто он, блядь? А здесь как на официалке. На официалке история, скинь в гостиную эту ссылку на эту хуйню, как она называется. Там кто-то каналы не видит. Сейчас. Флудилку не видит. Не агрите, назад. Танка нет. Заходи, Леодрин, ну, там. Где нет. Сейчас приду, обоссусь. И маг, заходи. Все, кинул в гостинку. Ну вот в гостинке видно, а в лудилке у меня нет канала. Какие у тебя, какой у тебя ник? Ну-ка еще что-то скажи в DC. Саня, релакс. Так, может у тебя роли, у тебя просто роли нет. Вот я тебе дал роль, теперь у тебя видно в лудилку? Теперь видно. Ну там всем надо воздать роли, если у кого нет. Сейчас в игре, с вами в рейде. Так. Роли нет. Так, у нас еще мага нету. Иерархника. А сейчас иди. Сейчас я релоднусь, чтобы заработало. Так, скажи, пожалуйста, а где следить вообще? Сколько ЕП, сколько ГП? Ну, ЕПГП у тебя стоит? А лутмастер. Только лутмастер. Ну, а кто это спрашивает? Виктор. Виктор, ну это получается, вот смотри, если ИПГП поставить аддон, то нажимаешь слэш ИПГП, и там получается табличка такая. Вот. Ну сейчас там у всех по нулям. Там, считай, только у тебя 450 за пояс ты 200 получил. И у Рависта 450. И у Синтека 270, он 20 получил. Так, а можно вернуть пояс? Я не хочу 7 минус 400. И там 250 несгораемые, ты 200 только за пояс получил. А вернуть, в смысле, ты хочешь его другого? Эй, дракон, идет, вы куда? Ну, я просто хуй его знает, надо оно мне, не надо, ну, я рожу, бой. Мы в бою. Это бисовый пояс. Мы в бою. Как скажешь. Это вред бисовый пояс. Че, мы и выйдем как-то? У меня ошибка. Да, ребят, у меня тоже ошибка. Я тоже выкинул. Это херня. Сережа заебал, что-то сломал опять. Сейчас посмотрим. Если без боя пускают в телепорт, то можно протонуться. Да тут я вот зашел, еще стоим даже.
Сломали мы его в Сирус, блядь. Нет, это не мы. А вот великан. Великана бьем. А? Блядь, ёбаный Сирус, как он заебал. Кто помер, заходите. Пускай типа, вас. Комбата нету, можно портоваться. Ну вот портуйтесь сюда, езжайте к великану, к секту офнутые. Я думал, у меня у одного такая хуйня. А, берните шаму. Может, бернуть его? Можно просто зайти, покинуть тело, зайти, портануться и подъехать сюда на коне. Что еще раз можно прописать, чтобы... Блять, я, короче, как этот великан, у меня побивает ошибку. Бейте пока великана. У тебя и ПГП да, стоит аддон, чтоб ты прописал. Да. Ну вот, слэш нажимаешь и ПГП по-английски. Ага. Вон, тебе история написал как надо. Народ, всё, у меня одного такая проблема, я подхожу к великану, и у меня сразу же выбивает ошибку, блять. Ни у одного. Сейчас не, несколько людей. Тоже, но я перезашел. Перезаходите. Просто лужу разлей, и все будет нормально. Не, раз. Один хуй ошибку выбивает. Только захожу, если я нахожусь возле великана, у меня ошибка выбивает. Это кто? Второй трик зукли. Ну я нет, сейчас тоже. Ударил его? Конечно, я его убил поначалу. И сейчас вот такое ну начало. Все, не выходи с игры сейчас. Ты здесь бьешь его. Сейчас его нет уже. Блять, я заход. Я опять зашел и опять. Короче, не, вы это. Не жмите на ошибку. Если у вас вот ошибка вылезла, и все, и ничего не прожимайте. Вы будете находиться в игре. Разве так работает? Вот сейчас Зукля в игре. У тебя ошибка сейчас вылетела? Да, все нормально, вот это прошло нормально у меня. Вот все. Я даже бью все четко. Маг остался. Да, у меня сейчас концами вылетел. Только конца, блядь, что за ебаная ебань. Ну ты в игре, маг? Нет, я не в игре. Писа вылетел. Ты заходишь в игру? Пускает вообще? Mm-hmm. Короче, тут 5 лямов, заходите. Может. Че, мы стопаем урон? Давай стопни. Стопните, там кто не зашел еще, заходите. Бля, вылетел история. Или нет? Нет, варвар. Не первый раз вижу, чтобы на великане люди вылетали, блядь. Че-то сломали. Второй раз, третий раз уже ошибку выдает, блядь. Так, я да, но... Ребят, стопните, у него лям остался. Стопните. Да, да, стоп. Маг нужен. Я опять зашел, у меня сразу вылетело. Палатку все зайдите, блядь. Сейчас я тут только Дифнейра. Все остальные рядом стоят. Мне показывают. Меня выкинуло опять. Ну ты все еще в игре, если мы. Если сейчас Леня зайдет, то. Погодите, запрыгнул. Все, еще люди начали вылетать. Блять, у меня, если честно, у меня даже воду слетел. Меня показывают два человека в рейде, ебанул. Не, вот сейчас только Дифнейра не хватает. Все, он зашел, показывает. Че, добиваем тогда? Не, теперь нету из первой пати кого-то. Топы. А вон зашел. О, все, зашел. Блять, теперь Игорь вылетел. Как так вообще, нахуй? Первый раз такую хуйню вижу. Он не могли подождать стопнуть ДПС, он что, горит прям. А все, ты зашел, ты засчитала? Засчитала, засчитала. Меня выкидывает, блядь. Посмотрите. Ты сейчас в игре. Когда убили, ты был в игре. Пятый раз пытаюсь зайти. После кораблей, может, сдадим? Может, после кораблей сдадим? Пошли, сейчас сдадим. Ой, ёб. Пошли, пошли. Заходите пока все. Интересно, сейчас вас тоже выкидывает или уже не выкидывает? Наверное, ты за великану. Если кому-то падает багруха, я готов сразу же купить. Сколько, 70 тысяч? Не-не-не-не-не. 100 тысяч. Не-не-не-не-не. Ну, 70, блядь, ну ладно, 69. Что такое багруха? О! Нету, это разговор, ебать. А мне квест засчитало. Что такое багруха? Багруха это шея такая крутая, хасна-крипа. Чисто, потому что у РДДшников, блядь, все с острова. Поэтому... Шок упал. Избавление от кошмара.
Мне квест даже засчитало, я удивлен. Ну так мы смотрели, что все в игре были. Так, я пошел пушку занимать. На нашем корабле, короче, две роги и леодрин будьте. Ну остальные туда летайте. Быстрее магу убьем, быстрее корабль убьем. Че, подъехали на корабль? Время, деньги, друг. Кто-то не добежал. Чё, мешок, вагон, вагруф насыпалось? Упал там? Вагруф пори, да, блядь. Три багрухи? Ну, стресс заходишь? Ну, кому-нибудь падал вагруха? Мне с десятки обычки падало. Ну, мне тоже одна падала. Вар, ты где там? Ну, типа, багруха чисто для хилов, потому что хилы-то острова не делают. Так, пока ты подъезжаешь, тогда себе добавлю руническую стойкость, блядь. На Олшпет пишет. Тоже ГП? Олшмот. Или нет? Чего? Олшпек. Олшпек. Там сколько процентов? Или нет такого? 10%? А там я 150 написал и этот... Слушай, Рэл, я так и это не считал ЕПГП ваши правила, я так и не увидел, если, блядь, абсолютно никому шмот не нужен, блядь, он уходит на, блядь, 100% стоимости, не, или он уходит на 10%? Минимально 10%, там кнопка есть. А, то есть 10%, если вообще никому ничего не надо, да? Да. Не, если 10%, по-любому тебе надо. 10% это факт божеский, ебать, обычно за полтос уходит. Мите 10%, все. Знаете, ребят, что волынку-то ебем или кого-то ждем? Вдруг все откажут, и ты заберешь. Титикака, Призон и Анреальный. Призон и Анреальный остался. А ошибка ебаная какая-то. Хуй память, что с ней, блядь, сегодня происходит. Зайди в папку с игрой, удали кэш, удали эрор и попробуй зайти. Все сделал. Зашел? Да вроде да, блядь. Все, запускаю. Запускаю пока корабль. Воспрянься, сыны и дочери Орды! Сегодня мы будем биться со смертельным врагом! Так, хилы, я напоминаю, там четвертая пати. Вы в пушке, если что, не садитесь. Хилы, пошли. Только на пушку вдвоем не тыкайте, иначе она забагается и просто будет стоять. Нихуя не делать. Будет вообще весело. Только один человек в пушку тыкает. Поропал, блядь. Ебать, прогрузился, меня что-то убило, блядь. Что за хуйня вообще, блядь? Никого, блядь. Никого не убило, что ты говоришь? Все живые. В смысле, меня убило, я мертвый лежу. У тебя пишет 700 хп, ты живой. Мне, блядь, я, у меня, блядь, покинуть тело написано, блядь. Че, перепрыгнул, ну? Да, идите, бейте. Две секунды, маг. Бейте, мага. Ну ты в игре главное, да? Вводи, пожалуйста, усади. Да в игре, я в игре. У меня только как раз прогрузка пошла, и мне что-то шотнуло, ебать. А в информации нихуя не написано, блять. Блять, она какая-то ебаная.
Следующий маг сейчас. Да, непривычно без рекаунта, конечно. Я ебал такие лаги. Ты на корабль? Не-не. Бейте до конца. Там, короче, это. Ну еще маг, наверное. И синтек можешь начинать 3 стака жизни света на мне держать. Еще будет даже маг. Да, будет 4. Равист, перелети, или Вадикон, кто там? А, ты в пушке Равист, охуеть. Когда выйдешь, я на вену зальешь. Вадикон, иди перелети, я на вену залей, Иннер. А не пробовали тут на циркуле, например, работала типа паладины, юзают мастер аур на фрост резист, блять, и пушки не замораживаются. И можно просто, блять, убивать до конца боя, нахуй, без перелетов всяких. Мастера на фрост резист. На, типа, мастер резист, вот, юзнули. Нет, не работает. Тут работает другой прикол, этот нет. Можно домой. Так, ну отдаю кровь вампира тогда. Да они добьют, перепрыгиваем. Да, добивайте. Блять, как раз незыбко отдал. Так что, у меня так все так же 700 хп показывает, или я мертвый? Да, сейчас, да, сейчас, да. Сейчас мертвый. Не, он живой показывает. У меня живой. У меня мёрзший уже. 500 хп, блядь. Стоит тут на нашем корабле, на миде. У меня все фулл. Он рядом со мной стоит. Он дохлый лежит. Причем забавно, показывает, что 3%, но этот бар у него фуловый. Ой, так это. Так, смотрим, что тут выпало. Бля, у кого эта хуйня фонит постоянно, блядь? Алло. Он реально, может? Рестать нельзя? Да, у меня ничего не должно понять. Ну, типа, я вижу, что ты труп. Ну, покинь тело, да заходи в портал. Вот эта параша бесполезная. Крит, дух, блять. Надо кому-то. Ебать, да. Возле инстажа будет стоял, блять, пиздец, что за хуйня, блять. Есть у кого припоты? Куплю 2 штуки. Секира, топорик. Получается, у мага и у Зукли только нету аддона, показывают. У меня нет, да, я еще не скачивал. Ну, типа, это ж не проблема, блядь, если ЕП начисляется. Не, не проблема. Да, типа, проблема только на разлуте, вот и все. Так, тоже на распыл закидываю рарнику. И шея, скорость, меткость, СПДшная. Там имейте в виду, если кто-то 100% нажимает, то это он эту шмотку получит. Если остальные там все 10 нажмут, а кто-то 100%, то человек за 100 ГП будет, ну, за 100% ГП будет забирать. Эта шея тоже никому не надо, показывает. Мак, тебе не надо эта шея? У тебя аддона нет. Не видно, что ты хочешь. Я подозреваю, ему не надо, у него скин. А, ну да. Тогда тоже на распыл парашу эту. Там сколько не было, да? А, все. Принимайте, будем запускать. А, бафа можно, пожалуйста? Да, давайте ребафнемся, умирали многие. Я бы даже сказал, нужно. Я пока запущу тогда. Синтек, ты тут? Ты где постоянно? Рыбу поставьте, ребят. Рыба стоит, ешьте. Синтек.
Синтек вообще на корабле чилит. Синтек писал, что ему нужно отойти на 2 минуты, и он вернется, как запустится сурф. Дословно. Ладно, тогда запускаю. Торкран, выдвигайтесь. Герои, будьте начеку. Лет только что. Присоединись ко мне, отец. Перейди на мою сторону, и вместе мы разрушим этот мир во имя плети. 4 паладина. Кто из вас крест дает? Вот я уверен, кто-то каски дает и кто-то кулаки. Остальные 3 что делают? Блять, ну вот я, ну это Зуклик, типа, я не знаю, что кому давать, я запутался. Вот бафы вроде есть все. На аспект офните. Коли пал каски у него настроены, у меня кулаки. Ну вот, значит, если Леодрин условно бафает кресты, то Зукля и Титикака могут бафать. Ой, если Леодрин я бафает. Про баф, баф. Да, да, я оговорился. Если Леодрин условно бафает щиты, то Титикака и Зукля могут бафать кресты. Даже... Я кресты дал. Зукля раздал кресты, поверили, все. Ну вот. Ты можешь мне, пожалуйста, говорить, когда я его перетаунчу, потому что у меня его фрейм лагает. Ну, сейчас он на тебе. Все, спасибо. Ты смотри по входящему урону, такой, если у тебя стоит там красный цифр. Вот сейчас смотри, урон на тебе, я забрал. Я тоже смотрю, что он меня в цели держит, а бьет тебя. Вообще супер удобно шаману чисто цепуху спам, 2 метки в мелизоне и через танка спам. Сейчас вот он меня бьет. Там все ты забрал. Давно метку на танка не видел. Место, пожалуйста.
Теперь скажите мне одну цифру, общий рейдовый ДПС. 316 тысяч. Меч упал. Я топ-3 даже был. Машина. Покорители, короче, смотрите, ну там так, договоримся, кому более надо, кому более нужно эта хуйня. Без ГП будут идти, бесполезная хуйня. Вот эти вот на Т-10 и 2, которые. Вот сейчас завоеватель надо кому-то. Жмите там 100, что хотите, 100 жмите, если надо. Завоеватель. Он... Но ГП же не прилетит. Не, я говорю без ГП. Если сильно надо, сотку жмите. Если не надо, то не жмите. Все, портал открыл, можете портоваться, открыл. Да, не успел нажать. Киньте ДПС с details куда-нибудь в Discord. И да, это скрин желательно скиньте, там то сколько бьет. Покоритель. Синтек. Синтек, Равист, Вадикон, все по сотке нажали. Кому из вас нужнее, кто оденет? Синтеку. Вадикон тебе надо? Синтек. Синтеку закидываю. Ну и меч. Фрост ДК, Рога там. Распыл. Лёха, чё, этот меч хуже, чем топоры? А хуй знает. В топорах сокет есть. А, топор гер, понял. Короче, на распыл рарнику закинул. Так, групповую поставил. Бегу к вам. Вы у чумки моба бьёте, надеюсь, уже, да? Не просто так стоите? Просто глазеем стоим. Просто стоите, да? А чего вы ждете? Вот интересно, чудо какого-то? Фотографируем. Танка не было. Как не было? Он танк не было. Протопал. Только подбежал. Только подбежал. Вальку не закрыть. А че все бафы слетели? Да, кстати. Да, кстати, почему интересно? А это, блядь, было сообщение на их, блядь, сервере, типа, нахуй, перед началом боя там как-то, блядь, скидываются бафы или что такое. Хуйню, короче, сделали. Короче, все началось с того, что, помните, когда в гейм ходишь и юзаешь через клетку в комнате мобов, когда юзаешь, чтобы остальные сбежались к вам, криды подбежали, обновлялись все КД. Вот, из-за этого багаюза они сделали так, что, блядь, теперь при пуле слетают бафы все. Я в ахуе. То есть бафаться надо в процессе боя? Нет, то есть не надо, блядь, пулить, получается, мобов, нахуй, ебать, багаюзить, блядь, или что такое. Охуенно, ебать. Да, он наебанный. Батер, Сирус, ебать, вот мне кажется. Они ебанутые, нахуй. Админы, это хорошо, что они не сделали, что фласки не сбрасываются, это вообще был бы пиздец, нахуй. Бафы херня, хорошо, что фласки на месте, блядь. А прикинь, сколько бабок бы уходило, блядь, если бы фласки поставили. Лол, нахуй, ты такие, не произноси вещи, нахуй, сейчас следующая обнова выйдет, нахуй, сделают тебе бабки. Не поверишь, не поверишь, когда я прочитал анонс, я подумал об этой же самой хуйне, что фласки сбрасывать. Ебать, алхимики сидят в черных очках с сигарой уже нахуй дома, руки подтирают. Не, там скорее травники, блядь. Травокуры, нахуй. Так вот, кто рушит экономику сервера, блядь, а не то, что я золото покупал. Я вообще сам вахуй. Сирус, блядь. Ну то, что бафы слетают, это я прям, я не знаю, что сказать, нахуй. Это вообще пиздец, дичь ебаная. Может, кстати, из-за этого и выкидывало всех. Ебанутые, блядь. А, ну ой, да, блядь. Да эти-то ману отрегенить, чтобы разбафать всех тогда уж. Пускай откатывают, нахуй, это свое обновление ебаное. Пиздец, хуйню сделали, нахуй. Ох, блядь.
Вот я в ДС во флудилку скинул сообщение, блядь, администрации насчет бафов сброса. Ебаные таблички с этим лутом. На первое истребление я не зыб куда. Спел. На второе лядри дашь высоко. Блоки там на будущее, лайфхак есть такой. Либо койл кидаете, вот, либо похищение жизни, либо и то, чтобы захилиться. Вот хант, надо его похилить. Раньше ни разу не убивало. Ну да, 4 хила просто. Может еще и гимн на хп добавляли. Вес эти 4 тела. Вот дикона еще кто-то рез эти. Мелкого пидора пока приведу. На первую волну там дашь лядри гнев небес. Только на истребление. Угу. Вот сейчас. А на вторую волну зукля. Ну или рарник. Справа сбегайте, там есть ловушка, да? Ну и справа еще сбегайте. Диспыльните их историю, слизняк. А ладно, что я ленточку вырвал, нихуя себе. Бегите сюда, топ. Идите как. Да, блядь, кто-то вонючку не облутал. Просто рыба. Че, и рыба слетает, что ли? Не, я умирал. Ну, не. Походу слетает. Я не умирал. Не было рыбы. Просто убил. Я-то не умирал. Намутили, да. Кому там масло нужно на СПД? А, не, не масло. А. У меня фласки есть, масло он попутал. Ленточку? Давай это, пристабав. Ты тут?
Я да тут ты, на да ты, МП5 нет. да ты крестик нажал. Похуй на этот Что пишет МП5. No Flask, хотя Flask Ну, похуй, на счет 3 начинаем. Раз, два, три. Это, походу, на ЛКшный Flask у него. Так. Звезду. И в кружок. Как они называются, скажите мне, споры нахуй. Одну под босса. Разносите. В звезде, в кружке и в под боссом одна должна быть. В кружке не вижу. Вот теперь вижу. В милик есть? Есть. Короче, Лядри, каплю дашь за 12 секунд до этой гнили. И уже после едкой гнили будешь забирать, когда продует ее. И массакру еще добавим. С незыбкой. И еще, короче, випсингим на хп добавим. Ну и можете там локи один раз похищение души кастом. Ой, жизни. Ну или там заслон от теней нажмете, нормально должно быть. Я так и не понял, какую каплю ты от меня хочешь. Длань жертвенности. Такая капля, как первая помощь выглядит. Мини-сакра. Сакра. Красная сакра называют еще. Ага. Ну, и желтая. Я обычно капля называю. Ну я тоже так. Ну она выглядит как капля, блядь. Ну как первая помощь. По-разному ее называют. И на кого кидать ее? На тебя? Да. Ну вот, через 10 секунд буквально можешь кидать. Mm-hmm. Вот сейчас через 5 секунд кидай. Кинул? Кидай. Всё, кинул, да? Кинул. Ага. Ну и все, сейчас вас и вы готовим. Давай мы сейв. Вюпсинг гимн на хп читай. Ой, ебать, заебись. Дамага мало вообще. Все, сейчас можно уже споры не сносить никуда, просто хуярьте, где есть, там и есть. Только три споры в одно место не ставьте. О, забери к босса, кстати говоря. Ага. А то 9-й стак. Кровь, у кого-то квест есть на кровь? Осколок. На последней секунде выгнал. Да у меня есть квест этот на кровь. Варфурик не обновил, блядь, этот Сандер. Это ДК, спал, да? Нет, это паладин. Прото. Протопал. Вот еще ДК нажимает. Короче, вам обоим нужна кровь? Да. Ну нажмите 100. Так, и кому с вас отдать? Что-то по роллу посмотреть или что? Да господи, одному, а на следующем деле сбегать. Давай палу тогда нам. Так, кровь отдал. Так, это хуйня, это сюда. Это параша. Никому не нужно, наверное, рар никуда распыл, да? Ёбаный в рот. Пояс. Дух крит. Надо кому-то? Тоже, наверное, распыл. Так, на тебе лутера. Да, шкаф можно уже сумонить, рарника и войда.
А, все, он тут. Ты на слизнях, я на боссе, как обычно. Июми. И маг. Июми еще остался. Насчет три. Раз, два, три. Так, бафы вроде не слетели, нормально. Кто у нас первый по ДПСу там? На сурке, допустим. Какие там места вообще есть? Кто не смотрел? Равус первый, хозяин. Такое все вот в этом духе было там. Короче, роги, блядь, коты, блядь. Как хуйня. Вары там еще. Ну, вар, да, тоже. А из РДДшников кто самый крутой? Призон это у нас кто? Элем? Это Энг. Это Энг. РДДшники. Бля, спорно. Маг, Дефнейр, Сова вроде, как я понимаю. А по сколько они дают? Тысяч по 18? Блять, сейчас. Там ДС скинули рекам, там, блять. Ладно, я сейчас агро набрал, уже посмотрю сам тогда. Вот это. Виктор вылетел, у него крит ошибка, нахуй. Ага. Блять, что сегодня за день такой, все критуют, что за хуйня? Ну ты тут 20 тысяч, это же вообще заебись. Если меня сейчас пустят на босса, заебись, если выпадет объект, он мне все равно нахуй не нужен. Объект он чисто для арканов, мне кажется. Чисто аркан. Не, меня не пустило данж, поэтому. Ну да, давайте. Там. Конечно, когда бой идет, выкидывай. Ну вот кроме арканов, кому еще объект может идти? Да никому, нахуй. Хуйня полная. Я как назло перед боссом моба ударил, у меня все бурсты ушли в него. Ну из кастеров Притон сейчас здесь на данный момент. Притон, Дефнейр, потом я иду. Кого-то там гудит, ебать, что-то какая-то хуйня, блядь. Баши рация, просто. Блядь. На орке два лока дебила просто без импов били. Лужа под боссом. Маленечко отведи его, наверное, чтобы там было удобно идти. Так. А, блядь, не вижу нахуй другого слизняка. Взрыв. Да нет, там взрыв, блядь, вообще похуй. О, можно мне вот это? Боешка. Сколки, блядь, боешки, не, боешки, не надо. Боешки, РЛ, РЛ, блядь, фласки, рейд. Шучу. Да я вот в двух гильдиях, в ДВшной и вечерней играю, там смотрю, в одной, короче, раздают, во второй стали экономить, короче, ну, в обычках перестали пить. Эти, как они называются, банки. И, ну, типа для Геры, чтобы Геру тратить, банки оставались БКшные. Ну, а сейчас, по сути, откуда голду? Либо каких-то типов проходки им делать, либо шмот какой-то продавать. Скажем, зарабатываю на продаже токенов с ГМа. Собираю 5-4-5 этих ГМов на неделю. Ну вот, то-то так, да. ГМ. Да, сегодня в ЛФГ рейд кто-то собирал, блядь. Я не помню, с какой гильдии, чувак. У него, короче, 5, блядь, аукционов, нахуй. У него нету ни одного рейда, но у него 5 аукционов, ебать. Самое страшное, что у него фулл рейд был, блядь. Это да. Не, ну в основном, когда такие рейды, то деньги идут на весь рейд. Точно, но это был трант. Вольфисис точно за 50% берешь? Это сотка ГП. Не, ну, блядь, я бы за 10 забрал, если он никому нужно. Я просто так жмешь мне. Там, короче, свято с 10 нажал, ты 50 нажал. Тебе за 100 я дать? Потестить хочу просто. Ну, оно, по идее, ловкость, мастерство мне, оно как бы нужно. Будет оно лучше. Свято с тебе надо? ТТГшного или нет? Хотя... Я даже не знаю. Мне кажется, с Герой еще ладно. Короче, смотри. Да нет, да не надо, короче. Тогда свято. А что, забагалось или что, ебать? Просто у нас половина там, половина здесь. Нет, уже ивент уже идет. Кстати, расскажите, пожалуйста, как вы это делаете?
Чё делать? Дай лутера. Лутера. Не, типа, короче, были моменты, когда люди, никто не заходил в комнату абсолютно, и ее активировали, а все остальные стояли за дверями и прожидали просто лок. Лок ставит шкаф, заходит внутрь, потом телепортируется, вот и все. Там не шкаф, там портал. Ну да, портал. Попутал. Шкаф. Хорош. А эти опять слетели с вас? Блять, опять слетели нахуй. Ну, бля, это уже не смешно нахуй. Ну почему стоп, так? Рыба тоже слетает. Нахуй. Абсолютно все. Это конченые, блядь. Да, он всегда так будет или это? Мне кажется, это уберут. Потому что это колдунище. За счет этой залупы, что за хуйня, ебать. Мы рыбу, скажи, ловим, нахуй, стараемся, нахуй. А вы нам, сука, рыба слетает, ебать. Каждый моба спулишь, нахуй, убьешь, рыба слетает, рот, ебал. Да бафы тоже, блядь. Реги покупать на них заебешься. Либо фармить, либо покупать заебешься. Брать одно из двух, блядь. Два хоть фласки остаются. А то, ебать, на боте, да, блядь. Да я бы вообще охуел, если бы фласки слетали. Каждый, блядь, пол, блядь. Это пизда была бы, ебать, бред, нахуй. Вюпсинь. Блядь, да иду я, они заебали с этими бафами, уебаны. Ща приду. Че, опять спало? Спало нахуй все, блядь. Вахуй. Ну давай, короче. У донат на серваке так падал, блядь. По старой дайте памяти пристабав. Ну один только прист, он випсин прибежал. Дайте по нему каски, МП5, все. Я что-то ебал, нахуй, слышишь? Сейчас рыбу ставим, если эта рыба спадает, нахуй, больше не ставь рыбу, блядь, в пизду, пускай чинят. Мы чё, нахуй, ну, пиздец, охуеть. Для цыганскую рыбу поставлю. Ладно, хуй с ним, вайпов особо не то самое. Ну, на профи вы знаете всю хуйню, да? Ну, чтобы вы понимали, там... Вот зеленый тут появляется, тамильники знают. РДД примерно тут позиционируйтесь. Вот отсюда до зеленого успеваете стрелять. Отлетаете, если что, вот отлетели там в район Луны, там в той стенке. Какой смысл? То есть, если милики, вот, вы всю эту хуйню должны понимать. Вот если вы бьете зеленого вот здесь, как звездочка показывает, зеленый везде, в треугольнике стоит, вы отлетаете, вот если стоите здесь, да, вы отлетаете ровно в ромбик. И когда вы отлетели, вы не бежите на него, вы стоите и ждете выбора цели. Цель выбрал, уже бежите. Он замедленный, все. И вы бьете ему в ебало, чтобы в следующий раз отлететь в Луну. Ну, можно смотреть еще на ХП слизня. Если у него ХП, допустим, 30%, да, и он такой до ромбика доходит, можете за спину зайти, чтобы вас, ну, он взорвется и откинет к профу уже, и вы уже будете его дамажить. То есть вы в ДПС выиграете. Короче, смотрите по ситуации. Ну, этот Леадри в куклу. Захотаем тебя. Иди, этот, так, Зукля. Зукля и маг. Я тут сворачивал. Все, пей куклу, у тебя похотает немножко. Чтобы проще было в первого плюнуть. Сейчас появится раги у тебя. 16. Вот 8 есть, еще чуть-чуть. Все, давайте, милики, готовимся. На счет 3. Раз, два, три. Погнали. Лужа 2 секунды. Лужа. Отходим. Двойная на милика. Идем уже к зеленому. Слизни это приоритет, их надо зергать. Выбираете, бьете. Про профа забывайте сразу. Сейчас будет выливаться зеленый. Смотрите внимательно. Вот фулл ДПС по зеленому. Бежим к РДД. Возле РДД стоим. Ждем выбора цели. Вот да, это вот. Вот это. Что он там делает вообще? Вот кто, кого сейчас выбрал этот черепок? Скажите мне, блядь, Титикака. Да, братан, беги к РДД, если ты, ну... Меня отбросило, как я его добегу? Может, ты становился неправильно. Стой, потом с правильной стороны стой. Пельмени в РДД вот летят, смотри, сколько сейчас ловит человек. А Якиса, Вюпсин, Дефендер и Юми. Рави Стресса и Юми сразу. Колба 2 секунды, вилики, отходите отсюда. Ебать, да колб еще было.
Ну, по крайней мере, показал ДБМ, вон колбы разлил. Да, там было 3 секунды до колбы, он их поставил. Да, что-то раньше поставил. Равис, ты Юми резал? Вставай, Юми, что ты лежишь? Вот сейчас... Да, я только кинул рез туда, лужа улетела в ту же секунду. Если Том... честно, у нас бешено ДПС для босса. Чё, он сдох, что ли, или чё? Он красного бейте, РДД. Великий колба 3 секунды, идите красного бейте. Колба сейчас будет. Секунду. Вы мне скажите, Равис сдох или чё? Да нет. Ёбаный рот. Туда кинулась лужа. Ту же секунду. Синтек, реса и рависта. Хуёво. Так, сейчас будет зеленый. Давай, быстрее вставай, фулбаф, ДПСить надо. Отвожу, короче, колбы через 10 секунд. Бейте зеленого. Отлетайте к РДД. Вот так, другое дело. Колбы 3 секунды. Лужа в вас летит, нормально отбегайте. На пельмени только не бегите. Все, колба появилась, милики бейте. Вывел. Со стороны колб там не стойте. 15 метров ренжа взрыва. Нормально. Так, красный. Колба 12 секунд, отведу пока сюда. Все, 5 секунд колба, можете выбегать отсюда, милики. Идите красного бейте уже. Все, колбу ставят. Красного бейте. Отойди отсюда от профа, здесь колба. Все, бьем дальше. Будем стопать. Будем стопать. Стоп ДПС, все убрали автоатаку, все убрали, петов убрали. Добивать будет этот Вадикон. Там 1%, короче, никто ничего не бейте. Вообще никто профа не бейте. Все сейчас по зеленому фул ДПС. 0,7%. Вадикон профа можешь подбивать. Сейчас фул ДПС по зеленому. Блять, лужа прожми. Дал мне зыбку. Вьюпси, не отойди и дай гимн на хп. Акису захильте. Давай гимн на хп. Так колбы поставил. Переводите РДД с этого профа. Пельмешки летят. Нормально. Вот отсюда и начнем. Значит, Виктор Конорарника, ты тут на Зуклю СС? Ты мне скажешь, там на скольки стаках перетанчить? Да, я скажу. Первый будет диван давать Зукля на Войда, я скажу когда. Сейчас пока что Геру давайте. Смотрите, колба будет скоро перед ебалом. Стойте уже, чтобы успеть отпрыгнуть. Что не вижу, там есть? Нет, пока вроде не было. Пока хуярим. То ли забагалось, то ли что. Ну, не вижу. Вот колбы показывает 8 секунд. Лужа. Наверное, первый колбу он просто пропустил. Забирай босса. Все, скоро колбы поставят, смотрите, надо будет отвести. Зукля, давай по Войду диван. Так, все, сейчас сниму. Сколько стаков этой херни терпеть? 4. Хорошо. Отходите. Пельмени. Паладин и каску посей, пожалуйста. Сейчас смотрите, колба 5 секунд. РДД, это не запирайте. Сейчас, короче, выводи отсюда профа. Сколько там на тебе стаков, глянь? 3-4 уже. Все, забрал. Давайте, уходим отсюда. Че вы там заперлись? Через лужу убегайте. Дай массакру протопаловскую. Дал. Все, там лям. Добивайте. Только не говорите, что там колба выпала, блядь. Осколок. Какой третий пояс? Здесь? Ну, пояс. Вот пояс нужен. По-любому. Нужен. Хотя, может, хотя еще выпадет. Так, покоритель. Синтеку закинул. По старой памяти. Там, если кому-то надо, дашь. А этот я давал кому. Дети Канки закинул. Как узнать, сколько у меня ГП, ЕП вот этой всей хуйни?
Ну, EPGP нажимаешь, там смотришь. А где там? Нужно скачать аддон EPGP, потом... У меня скачан. Чат слэш EPGP на английском. Ан, реально, тебе этот пояс надо? Ну, не, если прям кому-то нужен, я не буду его брать. Там, я, короче... В принципе, неплохой он. Там, короче, это два вара, и ты, получается. Ну, что-то... вар, пускай в приоритете будет. Я просто нажал, вдруг, если кому-то не нужен будет. Угу. Черканите. Мне он не приоритет. Черканите, как это прописывать? Слэш ЕПГП вместе или как раздельно-то? Слэш ЕПГП. Все вместе. Прописал что-то мне, говорит, нихуя. Да, ебать, то, что скинули аддон, там EPGP, устаревшая версия, я, блядь, сам проверил, она не работает. Работает все, там просто надо ткнуть устаревшие модификации. Ну да, модификации. Галочку поставить. Ага, даю. Сука. Блядь. Да ладно, блядь, сейчас еще этим заниматься, блядь, это... Так, блядь, отберемся, блядь, скелеты, потом, блядь, типа, это, блядь, похуй сейчас.